Россияне лидируют в одной из дисциплин чемпионата мира по практической стрельбе. Они ведут в стандартном классе карабинов с ручным заряжением. У мужчин на первом месте Олег Рядкин, на втором Роланд Далман, замыкает тройку Артем Новоселов. У женщин возглавляет турнирную таблицу Елена Меркулова. От нее совсем чуть-чуть отстает Алина Галлянт. Соревнования проходят на базе парка «Патриот» в Кубинке. В них участвует почти 900 спортсменов и 45 стран. Самая большая команда у сборной России – 172 стрелка. Турнир продлится до 11 июня. Россия – единственная страна, которая выполнила все требования к объектам по проведению международных турниров по практической стрельбе из карабина. Мира, вот у кого не спроси, у всех иностранных стрелков, они в шоке от того, какое это стрельбище, какое оно огромное, прекрасная организация, отличные упражнения, много дальних мишеней, которые надо стрелять без упоров, то есть с рук. И правда, очень тяжело, то есть выигрывает тот, кто очень техничен. Вот. Тут важна и скорость, но в то же время и очень важны попадания. Очень здорово, что на каждом упражнении есть свои зоны безопасности. То есть ты в любой момент, тебе не надо бежать полкилометра там, и так далее. То есть на самом деле все очень удобно. Я прям, честно, сама поражена. Я первый раз здесь, и поэтому я очень довольна, и я прям горда за нас.